действительно, зачем нужно изучать мужчин? Гендерная социология и вообще гендерные исследования традиционно фокус своего внимания ставили женщин. Потому что в 20 веке обычно именно женщины были инициатором каких-либо перемен. Женщины добивались и добились права голоса. Женщины массово вышли на работу, и у них появились собственные деньги. Наконец, когда появились оральные контрацептивы, женщины получили возможность контролировать свою репродуктивность. Эти изменения продолжаются. Сейчас, например, многих женщин не устраивает сложившаяся конвенция сексуальных отношений, они говорят о домогательствах и хотели бы изменить что-то в этом плане. Для мужчин каждый раз эти изменения оказывались новостью, своего рода таким неприятным сюрпризом, и они вынуждены были как-то к ним приспосабливаться. И вот в этой связи возник вопрос, что же такое мужчины, какова их гендерная роль? Имеют ли они какие-нибудь особенности именно гендерные, и как они будут справляться с происходящими в обществе переменами. Маскулинностью принято называть совокупность черт, которые культурно приписаны мужчинам, отражают характерное мужское поведение. Здесь важно понимать, что мужское поведение – это прежде всего поведение не женское. То есть понятие маскулинности бессмысленно без противопоставления его феминности. Сам по себе набор этих свойств, которым обладает мужчина, он меняется. Быть мужчиной, быть маскулинным мужчиной – значит разные вещи в разное время. Изучать маскулинность в основном начали в 70-е и 80-е годы XX века под влиянием так называемой второй волны феминизма, когда выяснилось, что вот мужчины тоже люди, имеющие определенные гендерные особенности. Эти гендерные особенности выстроены на противопоставлении женским качествам, в том числе таким важным для каждого человека качествам, как эмоциональность, готовность к заботе, эмпатия. И это само по себе вызывает стресс, потому что эти свойства, эти потребности есть у каждого человека. Но для мужчины императивная необходимость отличаться от женщин, потому что маскулинность престижнее. То, что делают мужчины, в обществе всегда оценивается выше, чем то, что делают женщины. На уровне обыденного сознания поведение мужчин, маскулинность чаще всего объясняется биологическими особенностями мужчин. Когда беседуешь с мужчинами, когда берешь интервью, да и женщинами тоже, часто можно слышать такую фразу «мужчина – раб гормонов». Но на самом деле это гораздо более сложная ситуация. Современные исследования показывают, что гормональный фон каждого человека не является для него императивом. Например, тестостерон – знаменитый мужской гормон, который отвечает, как принято считать, за агрессивное поведение. Во-первых, тестостерон есть и у мужчин, и у женщин, просто у мужчин его значительно больше, примерно в 10 раз больше. Но вот что показывает исследование. Социальный психолог Теодор Кемпер, автор влиятельной работы «Тестостерон и социальная структура», обобщил результаты целого ряда исследований, в которых тестостерон замерялся у представителей разных профессии и видов спорта до и перед испытаниями. Там были спортсмены водных видов спорта, были борцы, были парашютисты, были студенты-медики перед экзаменом, были люди, которые готовились к экзаменам на следующую должность чиновника. И вот у них замеряли тестостерон до и после экзамена, и оказалось, что у тех, кто успешно прошел испытание, кто оказался победителем, уровень тестостерона значительно повышается. У тех, кто проиграл, уровень тестостерона остается таким же или даже понижается. При этом изначально уровень тестостерона никак не влияет на шансы победить в данном испытании. Более того, у женщин уровень тестостерона тоже повышается в этой ситуации. Это касается не только людей, которые сами участвуют в каких-то испытаниях, но, например, футбольных болельщиков, с которыми тоже проводили такой эксперимент. Уровень тестостерона у фанатов победившей команды оказывался выше, чем у проигравшей. Таким образом, на самом деле, мы можем говорить о том, что не гормоны командуют человеком, наоборот, гормональный фон человека реагирует на его разные жизненные ситуации. То есть здесь речь идет о взаимодействии, отнюдь не о диктате каких-то биологических свойств.